بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Я айюха аллазина аману дхулу фис-сильм каффатан ва ла таттабиу хутуати ш-шайтан, иннаху лакум адувум мубин». Мы говорили о тех аятах, где Всевышний Аллах обращается к верующим с этим обращением: «Я айюха аллазина аману», о те, которые уверовали. И мы постараемся разобрать сегодня несколько аятов, именно что касается насчет этой темы. «Я айюха аллазина аману дхулю фис-сильм каффатан», говорит Всевышний Аллах в Коране, о те, которые уверовали, «войдите в покорность», говорит Всевышний Аллах, «войдите в покорность», то есть войдите в эту религию полностью. «Каффатан», говорит Всевышний Аллах. Не просто войдите в эту религию, там, принимаете что-то, оставляете что-то. Нет. Всевышний Аллах призывает нас, чтобы мы, если мы заходим в религию, заходили полностью. Он от нас хочет полной покорности. То есть, чтобы мы принимали все установления законов Всевышнего Аллаха и выполняли их. И оставляли все, что Он запрещает нам. И Всевышний Аллах говорит: не следуйте по стопам сатаны, то есть Иблиса. «Ля таттабиу хутуати ш-шайтан», говорит. То есть не следуйте за сатаной или за его стопами, потому что его стопы ведут в огонь. «Иннаху лякум адувум мубин», говорит Всевышний Аллах. Поистине он является для вас явным врагом. То есть он не скрывает свою вражду от нас. Он является явным врагом, и мы должны это познать. История этого аята – это то, что люди, которые были, люди Писания, то есть ученые, как Абдулла ибн Салям и другие, они, когда пришли в религию, они не могли, вот сердце было связано с Тауратом. И они попросили у пророка, алейхиссаляту вассалям, чтобы он разрешил им выстаивать Таурат ночью, субботнюю ночь. Чтобы они, как бы, они говорили пророку, алейхиссаляту вассалям, это же Божья книга. И мы, как бы, хотели бы ей тоже уважение сделать и выстоять субботничную ночь. Потому что суббота у них, как бы, святой день, нерабочий день. И они попросили у пророка, алейхиссаляту вассалям, чтобы они могли выстаивать ночь, читая Таурат. И Всевышний Аллах ответил им на эту просьбу. Призывая их, чтобы они полностью уверовали. «Я айюха аллазина аману удухулю фис-сильм каффатан». То есть, если вы приняли ислам, принимайте его полностью. То есть, отказывайтесь от других книг, отказывайтесь от других уставов. И они не имели права читать Таурат или же следовать за ней в каких-то постановлениях. Они должны были полностью, и до сих пор это. Мы должны полностью следовать нашей книге, когда также в этом аяте ученые приводят хадис Умара, радиаллаху анху, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, увидел его с Тауратом, с одним листом из Таурата, и пророк, алейхиссаляту вассалям, его поругал: «Амутахуикун анта, ябна Умар, ябна Аль-Хаттаб? Что с тобой? Ты что, с ума сошел?» Он сказал ему. «Ты что, заигрываешься?» И он поругал его за то, что он просто читал какую-то историю с Таурата. И это нам показывает, что мы должны, если мы заходим, если мы принимаем, если мы, как бы, приняли на себя вот эту ответственность, мы должны ее принимать полностью. Мы должны принимать, имеется в виду, к нам она тоже относится, вот этот аят, потому что некоторые люди бывают, что они принимают то, что им выгодно, а то, что им невыгодно, они просто или умалкивают, или же ищут того ученого, который им это разрешит. И этот призыв относится к этим людям тоже. И мы, как раньше сказали, что вот эти призывы, они к чему-то повелевают верующих или же от чего-то запрещают. И мы должны, вот верующий по-любому должен хотя бы пройтись по этим аятам. То есть это 90 аятов, 89 аятов в Коране, где Всевышний Аллах делает нам, к нам призыв. И мы обязательно должны посмотреть, что Всевышний Аллах хочет от нас этим призывом. То эти призывы были, как мы сказали,
после того, как пророк, алейхиссалату ассалям, переехал в Медину. То есть это мединские аяты все. И Всевышний Аллах нам повелевает, чтобы мы входили в эту религию полностью, «Валя таттаби'у хутуати шайтан», чтобы мы остерегались сатаны и его уловок. Потому что сегодня любой человек, он должен понимать, что вражда с ним, она до конца, до последних дней. Он не должен расслабляться, потому что сатана, он работает против нас. Работает, чтобы мы отошли от религии. Если он не может нас отводить от религии, он вводит нас в заблуждение. Если он в заблуждение не может нас ввести, то есть в беда, он старается нас отвести от поклонения, то есть чтобы мы как бы отходили от поклонения, чтобы минимально делали поклонение. После того, если мы ему отвечаем на этот призыв, он уже заводит нас в грехи. То есть уже после того, как у тебя иммунитет ослаб, соответственно, ты уже переходишь на другую степень. То есть он заводит тебя в грехи. И после этого, то есть у него это хутуату шайтан. Это хутуату, мы должны понимать, что в один день ты сразу, он тебя не сможет обмануть, если ты верующий. Он тебя потихоньку отводит, чтобы ты в итоге стал одним из его войска. Поэтому Всевышний Аллах нам сообщил, «Хуа адуум мубин». Есть враги явные и есть неявные. Неявные враги, они труднее. Например, лицемеры, которые находятся, то есть в наших рядах, да, они являются самым трудным врагом. Самым трудным врагом является лицемер. Почему? Потому что его вражда, она неявная. И он находится среди нас, и вред от него большой. И поэтому они будут фиддаркель асфали минаннар. То есть в самом нижнем слою ада будут лицемеры. Почему? Потому что их вред для мусульман очень большой. И поэтому Всевышний Аллах здесь говорит, что он не скрытый враг, чтобы вы не знали, кто он и так далее. Нет, он явный враг. Он вам проявил свою вражду с первых дней. И поэтому мы должны остерегаться того, чтобы попасться на его уловки. Поэтому нам нет оправдания в том, что мы должны враждовать с ним. Мы должны враждовать с ним, с этим врагом, явным врагом. И поэтому Всевышний Аллах нас призывает, зная, что мы будем попадаться на эти уловки, дальше в аятах говорит же он, «Фаинзалельтум». А если вы споткнетесь, он знает, что мы споткнемся. И если, то есть он, Всевышний Аллах не закрывает для нас эту дверь. Если даже мы споткнемся на эти уловки, Всевышний Аллах нам открыл дверь для покаяния. Это 254 аят в сурат Аль-Бакара. Мы до сих пор в сурат Аль-Бакара, мы идем сверху вниз. Дальше Всевышний Аллах говорит в 264 аяте, в той же суре, в сурат Аль-Бакара, «Я айюха аллазина аману, анфику мимма разакнакум мин кабли ан ятия йому ла байун фихи ва ла хуллатум ва ла шафа'а, валь кафируна хуму ззалимун». Всевышний Аллах призывает нас, чтобы мы расходовали. Мы раньше тоже упомянули, чтобы мы, Всевышний Аллах призвал нас, чтобы мы кушали халяльное. И в этом аяте Всевышний Аллах призывает нас, чтобы мы расходовали на пути Аллаха. И эти приказы, они обязывают. Мы должны понимать, что Всевышний Аллах, когда приказывает, он обязывает. Или он запрещает, то есть делает харамно. И Всевышний Аллах в этом аяте говорит, расходуйте или жертвуйте из того, что мы вас наделили. То есть выплачивайте обязательную молитву или же дополнительную молитву. Ученые говорят, что амфику, когда приходит в Коране, как правило, да, амфику, когда приходит в Коране, она указывает на добровольную милостыню. То есть основа в том, что Всевышний Аллах говорит в этом аяте, это добровольная милостыня. То есть садака, да? Не сам закат, а садака. И Всевышний Аллах здесь говорит, «Амфику мимма разакнакум». Расходуйте из того, что мы вас наделили. Всевышний Аллах подчеркивает, что ризк удел, он источник этого ризка, это Всевышний Аллах. То есть он дает нам этот риск, который мы расходуем. То есть Всевышний Аллах приказывает нам из того, что я вам дал или одолжил, отдайте людям, отдайте должное, выполняйте свой хак, говорит Всевышний Аллах. «Мин кабли ан ятия». И после этого он указал, что придет тот день,
когда вы не сможете этого сделать. То есть, когда мы не сможем это сделать, этот день يَوْمُ لَا بَيْعُمْ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَ. Всевышний Аллах говорит, в день суда придет день, это день суда, Всевышний Аллах говорит, не будет в этот день ни торговли, чтобы вы зарабатывали, или же имеется в виду, что вы не сможете выкупить себя за эти деньги, которые у вас были. И как мы знаем, человек, когда попадается в плен или попадается в какую-то беду, он может как-то откупиться в этой земной жизни. Но в этот день, в судный день Всевышний Аллах говорит, что этого не будет. То есть вы не сможете откупиться от наказания Всевышнего Аллаха. И в этот день не будет хулля. То есть халиля у тебя не будет в этот день. То есть не будет того человека, любимца, да, или друга, хорошего друга, который за тебя сможет заступиться в этот день. То есть твои связи не помогут в этот день. Хулля имеется в виду связь, да. И вот эта связь, она никакую помощь тебе в этот день не принесет. Потому что Всевышний Аллах упоминает именно три вещи, которые в дунья помогают. В этой жизни они как-то помогают. То есть тебе твои деньги помогают, ты можешь себя выкупить. Твои связи тебе помогают, ты можешь пробить свои дела через связь. «Валя шафа'а», говорит. И заступничества в этот день не будет. То есть кроме заступничества Всевышнего Аллаха, которое он разрешил. И то есть у тебя в твоих руках не будет ни заступничества, ни связи, ни деньги. И Всевышний Аллах говорит «Валь кафируна хуму дзалимун». И кафиры, поистине кафиры являются, то есть неверующие являются притеснителями. То есть притеснителями сами себе. Потому что вот это отсутствие веры, это самое большое притеснение. В первую очередь самому себе. И поэтому Всевышний Аллах подчеркнул, что тот человек, который не хочет подчиняться Всевышнему Аллаху и его приказам, он в первую очередь делает сам себе притеснение. Поэтому Всевышний Аллах нас призывает, чтобы мы расходовали до того, как мы пожалеем. До того, как мы пожалеем. И поэтому человек должен понимать, если Всевышний Аллах тебя наделил чем-то, если тебя Всевышний Аллах наделил чем-то, ты должен понимать, что это амана, что это ответственность. И за эту ответственность ты будешь спрошен. И Всевышний Аллах возложил обязательную милостыню. То есть, если ты это не будешь делать, за это будет наказание. Например, если ты не будешь отдавать из того, что Всевышний Аллах тебя наделил, 2,5%, если ты обладающий, то есть, если ты богатый человек, и твое имущество пересекло вот эту границу, и ты зашел в степень богатых, это где-то $5300 сегодня, если у тебя есть сбережение больше, чем это, и ты не отдаешь хак этого сбережения, ты заходишь в вот этот аят. То есть ты заходишь в угрозу, которую Всевышний Аллах сделал этим людям, что ты останешься без помощи, и без связи, и без заступничества в тот день, когда тебе она очень нужна будет, в судный день. Это то, что касается расходования. И вот эти приказы, если мы смотрим, если посмотрим, мы здесь с самого начала, если посмотреть, там очень много поклонений упоминается в этих приказах. То есть очень много поклонений, которые Всевышний Аллах нас обязал, вот в этих призывах упоминаются, вот в этих аятах в Коране. И их, как мы сказали, немало. Через несколько аятов, в 267 аяте Всевышний Аллах опять же делает призыв. Он делает призыв, после этого призыва, чтобы мы расходовали на пути Аллаха, Аллах упомянул, как должно быть это расходование, то есть, что это должно быть ради Аллаха, что оно должно быть с искренним сердцем, что мы не должны делать упреки и так далее. И после этого Всевышний Аллах, то есть, описав вот эту милостыню и что Он дает за эту милостыню, то есть, какую награду, Всевышний Аллах дальше еще раз призывает нас. То есть, в этом сначала был призыв, и сейчас запрет идет. Запрет. «Я юха лавина аману», о те, которые уверовали, «ля тубатулю садакатикум бельманни валя ада», говорит. «Не делайте тщетными свои расходования». То есть сначала был призыв, чтобы мы расходовали. И сейчас Всевышний Аллах говорит, «не делайте напрасными свои милости, которые вы даете». Чем мы можем это сделать? «Бельманни валя ада». Всевышний Аллах предостерегает нас вот от этих двух болезней. «Альманну валя ада». «Ман» — это упрек. «Ман» — это упрек. То есть упрек тому, кому ты помог. Ты ему напоминаешь, что ты ему помогал. Или, например,
как бы делаешь ему упрек, то, что ты находишься под его там услугами, или же под его контролем и так далее. Или же ты ему делаешь какой-то вред, обида. Всевышний Аллах говорит «валь аза». То есть ты ему как-то вредишь вот этим расходованием своим. Да, или ты его напрягаешь какой-то работой и так далее. И вот это Всевышний Аллах от этого нас предостерегает. И вот этот аят Всевышний Аллах просто так не оставил. «Я ю аллядина аману ля тубатилю садакатикум биль манни валь аза». Сначала он запрещает нам упрекать людей, которым мы помогаем, и делать им вред. Любым образом, любой вред туда входит. Если ты навредил этому человеку, которому ты помог, или же сделал ему упрек, твой садака полностью исчерпается. Почему Всевышний Аллах говорит «ля тубатилю»? Ибаталь – это полное аннулирование. Полное аннулирование того, что ты сделал. То есть, если ты как-то помог, твое это имущество или то, что ты сделал, оно полностью аннулируется на весах у Всевышнего Аллаха. И дальше говорит, Всевышний Аллах пример приводит. Он подобен кому? Тот, кто упрекает. Или тот, кто напоминает о своей садаке. Он подобен кому? Он подобен лицемеру. Всевышний Аллах пример, то есть его сравнил, вот это дело он сравнил с лицемером. Почему? Потому что это как бы сходит с их деяниями. И Всевышний Аллах говорит, «Каллязи юнфику ма лаху риа аннас». И этот человек подобен тому, кто расходует на пути Аллаха, или расходует, не веруя ни в Аллаха, ни в судный день, то есть он на самом деле не верит ни в Аллаха, ни в судный день, он это делает только риа аннас. Для того, чтобы люди сказали, какой же он щедрый. То есть вот этот человек, который расходует и потом делает вред этим людям, он похож на этого человека, говорит Всевышний Аллах. То есть он его сравнивает с ним, с лицемером, который делает какие-то благие деяния или расходует на людей чисто ради каких-то мирских целей. Чтобы они говорили, что он щедрый и так далее. Дальше Всевышний Аллах не оставил этот пример вот одним сравнением. Он дальше сравнил его с кем? Сравнил его «фамасалюху камасали сафуан», говорит. Всевышний Аллах говорит, вот этот пример, вот этот человек, который вот эти дела делает, то есть напоминает или упрекает после того, как он помог людям, он похож скале, говорит, скользкой скале, на которой находится почва. Какая-то почва находится на этой скале, камень, да, скользкий камень, на ней какой-то уровень почвы. И фасобаху вабилум фатаракаху сальда, говорит. И Всевышний Аллах, то есть на эту скалу спускается ливень, говорит. И вместо того, чтобы дать плоды, эта почва с этой скалы соскальзывает. И эта скала выходит и как бы становится, как бы выходит и остается без почвы. И то есть никакой пользы она не приносит, и она выявляется, говорит, для людей. Вот эта скала. И также эти люди, которые вроде бы они ливень дают, чтобы плоды получить в судный день, но они получат ничто, говорит Всевышний Аллах. «Ля якадируна аля шейи мимма касабу». То есть они ничего не смогут достичь из того, что они делали. То есть никакой пользы с этих дел им не будет. «Валлаху ля яхди ль-каум аль-кафирин». И Всевышний Аллах не выводит на прямой путь неверующих, говорит, то есть не ведет их прямым путем. И поэтому Всевышний Аллах нам приводит в пример вот этих людей, которые делают что-то, но делают это неправильно. И поэтому мы должны, даже если мы делаем большие поклонения, то есть как садака, как помощь людям, мы должны это делать правильно, чтобы наши дела не стали тщетными или же напрасными. И вот это пример садакатом, то есть это расходованием на пути Аллаха. То есть ты можешь остаться как вот эта голая скала, скользкая скала, остаться ни с чем. Также вот этот пример пророк, алейхиссалату вассалям, привел в своем хадисе, где говорит, что вот эти люди, тот, кто расходовал, и тот, кто... То есть ученый, который обучал людей, расходовал на пути Аллаха и муджаид на пути Аллаха, вот эти люди, они будут первыми опрошены. И ими будет зажжен огонь ада, говорит пророк, алейхиссаляту вассалям, если эти люди делали эти большие дела неискренне. И поэтому это самый высший уровень дел, то есть расходовать на пути Аллаха, джихад на пути Аллаха и знание. Вот эти три дела –
Они высший уровень, но если это сделать неправильно, не с правильными намерениями, вот это, за это может быть великое наказание. И дальше Всевышний Аллах через 10 аятов, 278 аяте, сурат Аль-Бакара говорит, «Я айюха ллазина аману». Опять же призыв к верующим. «Анфику мин тайбати ма касабтум». И также призывает расходовать на пути Всевышнего Аллаха. Но здесь уже другое подчеркивание идет. Всевышний Аллах здесь говорит «Мин тайбати ма касабтум». Всевышний Аллах говорит «Расходуйте из хорошего того, что у вас есть». То есть не из плохого, а именно из хорошего. Когда мы даем, даже когда мы раздаем закат, если у кого-то скотина, он должен, не имеет права давать самую худую и самую хорошую. То есть он должен давать среднюю. И это относится ко всем деньгам, ко всему имуществу. То есть даже будь то это плоды какие-то, он должен давать среднюю. Не самую худшую, не самую лучшую, чтобы ни ему, ни людям вреда не было. И Всевышний Аллах здесь говорит, «Амфику мин тайбати ма касабтум», «Расходуйте из того, что вы заработали». И Всевышний Аллах говорит, что мы зарабатываем, то есть мы какой-то труд делаем. И Всевышний Аллах приказывает нас расходовать из того, что мы зарабатываем своим трудом, но мы должны расходовать из хорошего того, что мы зарабатываем. «Вамимма ахраджна лакум мин аль-ард». И также говорит Всевышний Аллах, «Расходуйте из того, что мы вам выводим из земли, то есть плоды или же золото». То есть любые полезные ископаемые сюда входят. И Всевышний Аллах призывает также расходовать из того, что Всевышний Аллах выводит из земли. И дальше запрет. Дальше запрет. То есть Всевышний Аллах призывает, чтобы мы расходовали из хорошего того, что мы имеем. «Валя татаяммаму л-хабиса». И не расходуйте из вредного, говорит, то есть или плохого. То есть оставьте вот этот плохое из вашего имущества, то есть из плохого качества, то, что имеете. И Всевышний Аллах здесь говорит, «Тумфикуна валестум биахидихи илля антумилу фихи». Вот это то, что вы даете, если оно является из того уровня, что если вам дали бы, вы не взяли, не давайте людям, говорит. То есть если тебе дадут такое, и ты его не возьмешь, не давай людям, говорит Всевышний Аллах. «Ва'ламу анна Аллаха ганиюн хамид». И вы знаете, что Всевышний Аллах не нуждается в ваших милостях. То есть он достохвальный. Он ганий, говорит. То есть он богатый от того, что он не нуждается в ваших деньгах и ваших расходованиях. Но это делается для нас же. Мы должны учитывать, в этих аятах мы видим, что мы должны учитывать вторую сторону. То есть мы должны учитывать сердце бедняка. Сердце бедняка. Мы не можем давать бедняку плохое. То есть но обычно, как у нас бывает, мы то, что нам не надо, или там изношено, или там никуда не годится, мы отдаем. Обычно вот такой уклад у человека. Мы должны давать именно то, что нам, то, что мы себе взяли бы. То есть если тебе дают что-то, если ты себе взял бы это, ты можешь это давать. Это уже, за это тебе будет большая награда. Но Всевышний Аллах говорит нам, чтобы мы не ущемляли этих бедняков тем, что мы их как-то показываем им какое-то неуважение. Да? Если ты даешь им испорченную вещь, например, телефон кому-то даешь, сломанный, например, да? Или там негодный вообще, или обувь мы даем какую-то дырявую, например, или штаны и так далее. То есть это относится к любой вещи. Ты если даже даешь что-то, например, ты хочешь телефон дать, у тебя он сломан. Экран сломан. Если ты хочешь его подарить кому-то, там, не знаю, родственнику и так далее, ты пойди, почини его, там, экран поменяй и отдай его, чтобы он был рабочим. Если мы даем что-то, делаем что-то, мы будем делать это наилучшим образом. Давать из того, что мы любим. «Лен таналю лбирра хатта тунфику мимма тухиббун», говорит Всевышний Аллах в Коране, в другом аяте. Что вы не достигнете высшего уровня до тех пор, пока не будете давать то, что вы сами любите. То есть самое любимое, если вы будете давать, это самый высший уровень. Но, как мы знаем, в расходовании тоже есть уровни, и ты смотришь на то, что ты можешь. Это касается насчет расходования. Дальше Всевышний Аллах говорит в 282 аяте, в той же суре, в Бакара, «Я айюха аллазина аману таккуллаха».
«О те, которые уверовали, остерегайтесь или же бойтесь Всевышнего Аллаха». Говорит. То есть остерегание его наказания. То есть мы должны подчиняться Всевышнему Аллаху и остерегаться от того, что нам запретил. И придет приказ, то есть сейчас грядет запрет, и поэтому Всевышний Аллах нам говорит «Итакуллах». Когда что-то Всевышний Аллах хочет нас, то есть нам запретить или от чего-то нас предостеречь, он говорит «Итакуллах». Бойтесь Всевышнего Аллаха. Бойтесь Всевышнего Аллаха. И даже некоторые люди сегодня, когда ты им говоришь «Бойся Всевышнего Аллаха», он обижается. Особенно арабы. Когда им говоришь «Итакилля», он говорит, о, это как оскорбление принимает себе. Это Всевышний Аллах в Коране так делает призыв. Делает призыв, когда идет запрет, какой-то серьезный запрет, Всевышний Аллах говорит «Итакуллах». Бойтесь Всевышнего Аллаха. Тем, что, то есть как мы должны бояться Всевышнего Аллаха, выполняя его приказы и оставляя его запреты. И Всевышний Аллах говорит, то есть вот, это, вот этот аят пришел после того, как Всевышний Аллах упомянул вред от ростовщичества. Вред от ростовщичества. И Всевышний Аллах в этом аяте говорит «Вазару ма бакия минар риба». «Вазару ма бакия минар риба ин кунтум муминин». И Всевышний Аллах говорит «Оставьте вот это ростовщичество, оставьте вот эти пользы, которые вы получили за ростовщичество». То есть именно вот эти проценты, например, Всевышний Аллах запретил сегодня брать, то есть делать риба. Он приказ сделал, чтобы не делали риба. Потом остается вопрос. Вопрос, а что будем делать с пользой, которую мы заработали? И это как бы с Аббасом случилось это. С Аббасом и Усманом у них были вложенные деньги, радиаллаху анху, и пришел запрет, чтобы оставили ростовщичество. Они сказали, дайте нам деньги с пользой, то есть верните нам депозит со своей пользой. И это дошло до пророка, алейхи саляту ассалям, и спустился вот этот аят. «Вазару ма бакия минар риба». Не то, что вы должны оставить вот это ростовщичество, и также вы должны оставить тот рост, который получили за эти деньги, то есть вот эту пользу, которую вы получили. «Ин кунтум муминин», если вы являетесь верующими. И Всевышний Аллах говорит дальше, если вы не будете этого делать, то всю я вам объявляю войну. То есть вот это поклонение, фа'азану бихарбин мин Аллахи ва расули, это одно из поклонений, за которое Всевышний Аллах обещал войну. Обещал войну тем, кто не оставляет вот это дело. То есть вам, то есть готовьтесь к войне со Всевышним Аллахом и его посланником, говорит. Ва'интубатум фалакум руусу амуаликум, а если вы покаялись, вы можете забирать свои деньги, то есть депозит, свои, те деньги, которые вы дали. «Ля тавлимуна ва ля тузлямун». И вы не будете в таком случае ни притеснителями, ни притесненными. То есть вы возьмете свои деньги и не будете забирать у людей, то есть их хак. И Всевышний Аллах призывает нас, чтобы мы не делали ростовщичество в этом аяте. То есть он... До него, то есть аяты, которые были до него, он там упомянул, что нельзя риба делать, что я разрешил торговлю и запретил риба и так далее, и так далее. Вот эти аяты прошли, и Всевышний Аллах сделал обращение, отдельное обращение людям, верующим, чтобы они оставили все, что касается этого ростовщичества, вот этих процентов. И поэтому на это пришел прямой приказ, без каких-то косвенных. То есть на запрет ростовщичества единогласное мнение ученых. То есть в этом никаких других мнений нет и так далее. Поэтому человек должен, если до него дошел запрет, что нельзя делать запретные виды торговли, он должен это оставлять. И если мы заметим, вот эти все аяты, они идут как бы в одном контексте, и где Всевышний Аллах упоминает именно про торговлю, что можно делать, что нельзя делать, что запрещено, что разрешено. И запрет ростовщичества тоже Всевышний Аллах упомянул. И последний аят в сурту Аль-Бакара, завершающий, он тоже про торговлю. То есть Всевышний Аллах где-то говорит, расходуйте на пути Аллаха, где-то указывает, как это надо делать, где-то говорит, что нельзя делать ростовщичество. И Всевышний Аллах, завершая сурту Аль-Бакара, говорит: «Я айюха ал-лазина аману, иза тадайантум бидайнин иля аджалим мусаммам фактубуху». И если вы делаете торговлю на определенный срок, то есть рассрочку, если вы заключаете какой-то договор, будь то это просто деньги, если в долг берешь, или же какой-то договор на рассрочку, Всевышний Аллах приказывает нам факту Богу. Записывайте это. Первый приказ в этом аяте пришел, чтобы мы записывали вот эти все торговли или
те виды торговли, которых могут постигнуть какие-то проблемы. То есть в конце же он говорит: «Илля антакуна тиджаратан хадыра». То есть если вы вот в данный момент заключаете какой-то договор, или у вас какая-то торговля идет, которая не нуждается в записи, не нуждается в каком-то времени, и из-за нее не могут быть проблемы, Всевышний Аллах говорит, вы можете не записывать это. Но основа во всех торговых заключениях или договорах, что они должны быть записаны. Фактубуху, говорит, Всевышний Аллах приказывает в этом аяте, чтобы мы это записывали. И в этом аяте, это большой, один из самых больших аятов в Коране, Всевышний Аллах именно упоминает вот эти доскональные мелочи, как должен записывать писарь, как он должен записывать, он должен быть богобоязненным и так далее, и так далее. Всевышний Аллах это упоминает, и потом дальше говорит: «Васташхиду шахидайни мир риджаликум». То есть еще одно дополнение, то есть еще один приказ в этом же аяте, где Всевышний Аллах говорит: «И берите двух свидетелей». Если вы это делаете, берите двух свидетелей из мужчин, из ваших мужчин, то есть из верующих. «Мин риджаликум», говорит Всевышний Аллах. То есть возьмите два свидетеля из верующих. Если же вы не найдете двух мужчин, можете взять одного мужчину и две женщины, говорит Всевышний Аллах в этом аяте. И дальше еще один приказ пришел в этом же аяте. «Ва ля тасаму ан тактубу сагирна ау кабиран иля аджали». То есть не ленитесь, говорит, записать его. Не ленитесь записать, будь то он маленький или большой. То есть тот долг, который ты берешь, или та торговля, которую ты заключаешь, если даже она маленькая, большая, не ленитесь записать, говорит, это поистине это будет ближе к истине, говорит Всевышний Аллах. И последний приказ в этом аяте, который пришел насчет торговли. «Уашхиду иза табаятум». «Уашхиду иза табаятум». Если же вы делаете купли-продажу, тоже ставьте свидетелей, говорит Всевышний Аллах. То есть, если вы берете в долг, Всевышний Аллах сказал, приказал, чтобы мы брали двух свидетелей. И также, говорит, если вы делаете купли-продажу, то есть на данный момент, без отсрочки и так далее, то тоже Всевышний Аллах говорит нам, чтобы мы ставили свидетелей на эту торговлю. И в этом аяте очень много ахкамов, которые ученые упоминают, там очень много ахкамов, которые связаны с куплей-продажей. И мы упомянули именно то, что самое важное из аята, чтобы не задерживаться со временем. Дальше Всевышний Аллах говорит, то есть первый аят в сурат Али Имран, который пришел с этим призывом. «Я юхалладзина аману». О те, которые веровали. «Ин тутиу фарикам мина лязина утуль китаба яруддукум ба'да иманикум кафирин», говорит Всевышний Аллах. Всевышний Аллах призывает нас, чтобы мы не подчинялись кафирам в Аль-Имране, потому что Аль-Имран, он в основе очень много аятов в Аль-Имран говорится про отношения наши с кафирами, то есть с христианами или ахлюль китаб в общем. И Всевышний Аллах призывает в этом аяте, чтобы мы не подчинялись. Если вы будете подчиняться некоторым людям из людей Писания, они вернут вас в куфр, говорит Всевышний Аллах. То есть они вернут вас после вашей веры, вернут вас, то есть обернут вас кафирами, сделают из вас кафиров. История этого аята. Когда евреи увидели, что джамаат мусульман, он укрепляется, и Аус и Хазрадж начали дружить друг с другом. Почему? Потому что Аус и Хазрадж всегда враждовали между собой. Всегда у них была вражда. И вот этот Аус и Хазрадж, они веками враждовали, и после прихода пророка, алейхиссалату ассалям, они стали просто необычными братьями. И их дружба укрепилась. Они везде были вместе, везде сидели и так далее, разговаривали, джихад делали и так далее. И один из евреев увидел вот эту картину, как они вместе сидят в одном маджлисе, разговаривают, общаются и так далее. Он решил сделать шаг, свой вклад сделать. Он отправился, в некоторых ривайтах говорит, что он сам это сделал. В некоторых ривайтах говорится, что он отправил молодого пацана, чтобы он сел туда, в маджлис, и потихоньку начал разговор про те войны, которые были между ними. И этот разговор поднялся
как он сказал, поднялся, и этот пацан, которого он отправил, молодой человек, он начал читать стихи, которые они сочиняли во время войны. Именно как бы упрекая ту сторону, да, например, стих, который Аус придумал, племя Аус придумали именно на этой войне. И, соответственно, там как бы вторая сторона упоминается плохо. И он начал эти стихи читать. Как, ну, он внедрился в этот джамаат и сделал конкретную фитну. И вот эти, потом те начали вспоминать те стихи, которые они против них написали, и, соответственно, они встали, и дошло до драки. Оружие вытащили, и большой шум поднялся, и даже они говорят, некоторые рывают, как бы выстроили ряды, чтобы сражаться. Выстроили ряды, Аус против Хазраджа. И пророк, алейхиссалату вассалям, то есть, когда он услышал, он вышел, выскочил, и встал между двумя этими рядами, и «Афабидаву аль-джахилия ва ана байна адхурикум», он сказал. Вы что делаете? Вы призываете к джахилии, я же еще между вами. То есть я же еще нахожусь среди вас. И пророк, алейхиссалату вассалям, поругал их, Всевышний Аллах спустил аят тут же. «Я юха ллазина аману, ин тутиу фариқан мин ллазина уту лькитаба, ярудукум ба'да иманикум кафирин». Если вы будете следовать, то есть следовать этим людям, этим христианам и евреям, вы обернетесь в свой куфр, то есть вернетесь в свою джахилию, в которой вы были раньше. И поэтому Всевышний Аллах запрещает нам следовать неверующим даже в их новостях, даже в их как бы именно сплетнях, которые они делают. Это же именно из-за какой-то, то есть это именно вера. В этом аяте говорится «вера в их новости» или же в сообщения, которые они нам дают. И Всевышний Аллах запретил нам это делать. То есть мы не должны верить неверным, мы не должны верить этим нечестивцам, тем более против наших братьев. То есть если мы будем брать все, что они говорят про наших братьев, соответственно мы впадем в минимум нечестия. Мы попадем в нечестие или в бухтан, или в гиба про наших же братьев. И поэтому мы должны сегодня контролировать то, что мы распространяем, контролировать то, что нам говорят. Например, если там сегодня кого-то убили, например, в Чечне, убили там троих-четверых ребят, например. Они нам говорят информацию. Они дают нам информацию, что это были террористы и так далее, и так далее. То есть мы не должны сразу в это верить, то есть, или думать плохо о этих людях, да? Мы не знаем, что там случилось, как это случилось. У нас есть новость, которую передали неверные. И мы должны эту новость фильтровать. Или же брать от наших братьев, от наших верующих братьев эту новость. Чтобы мы не впали в вот это заблуждение или нечестие. Валлаху алям. Дальше Всевышний Аллах говорит в этой же суре, Аль-Имран, 118 аят. «Я юха ллазина аману таку Аллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Всевышний Аллах опять же призывает нас быть богобоязненными. Бойтесь Всевышнего Аллаха подчинением и сторонясь его запретов. «Хакка тукатихи», говорит. «Хакка тукатихи», то есть истинным богобоязненностью. Истинной богобоязненностью или достойной богобоязненностью. Здесь Всевышний Аллах говорит «Иттакуллаха», бойтесь Всевышнего Аллаха, но не просто «Иттакуллаха». Здесь говорит «Хакка тукатихи». То есть отдавайте хак этой богобоязненности. То есть будьте наилучшим образом, говорит Всевышний Аллах. «Валя тамутунна илля ва антум муслимун». И не умирайте, кроме как будучи верующими. Всевышний Аллах призывает нас, чтобы мы держали за свою религию до конца. Мы должны держаться этих заветов, этих приказов. Мы должны держаться до конца своих дней. И Всевышний Аллах призывает нас, чтобы нас не брало любые какие-то фитны, или нас не обманывали какие-то мирские дела. И Всевышний Аллах говорит нам, чтобы мы боялись Всевышнего Аллаха должным образом. И вот этот аят, он пришел после от того аята, о котором мы недавно говорили. То есть Всевышний Аллах приказывает нам, чтобы мы не подчинялись этим неверным, и говорит, бойтесь богобоязненностью, истинной богобоязненностью. И как мы это должны делать? Всевышний Аллах дальше говорит в следующем аяте после него. «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан». Вот это и есть Всевышний Аллах говорит, именно подчеркивает нам, как нам быть
богобоязненными. Или как придерживаться этой богобоязненности. Это Всевышний Аллах подчеркивает, что для этой богобоязненности мы должны придерживаться джамаата. Если мы не будем в джамаате, мы не сможем придерживаться этой должной богобоязненности, которую Всевышний Аллах от нас хочет. И говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан, валя тафарраку». И держитесь за верь Всевышнего Аллаха и не разделяйтесь. Вот это верь Всевышнего Аллаха, объединение, это является большим поклонением. И Всевышний Аллах сначала сделал вступление вот этой истинной богобоязненностью и сказал: не умирайте, кроме как будучи верующими. И потом сделал вот это обращение, которое он хотел к нам сделать. «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан ва ля тафарраку». И держитесь за верь Всевышнего Аллаха и не разделяйтесь. Потому что разделение и вот эта фитна, которую они сделали, что повело за собой? Разделение. То есть они разделились. Из-за чего? Из-за какой-то фитны. И поэтому Всевышний Аллах нам опять приказывает, чтобы мы держались друг за друга, чтобы мы были вместе, чтобы был один джамаат. Если джамаат будет, эти верующие, они могут, во-первых, держаться в имане, они могут держаться, то есть они могут развиваться, если есть джамаат, этот джамаат развивается. Если человек двигается поодиночке или сам двигается, он ничего не сможет сделать. Обязательно должен быть джамаат. У верующих он должен быть джамаат. У них должен быть джамаат, у них должен быть амир, у них должна быть система. И мы пример в этом, мы должны быть примером в этом. И поэтому Всевышний Аллах напоминает: «Вазкуру ни'мат Аллахи алейкум, ин кунтум а'даам фа'аллафа байна кулюбикум». Вы же недавно были врагами, говорит Всевышний Аллах. Вспомните те дни, где вы уничтожали друг друга. Это говорится Аусу и Хазраджу. То есть с подвижником пророка, алейхи салату вассалям. Вы же уничтожали друг друга, говорит Всевышний Аллах. И Всевышний Аллах по своей милости вывел вас на прямой путь, объединил, сделал братьями. И не разделяйтесь из-за каких-то этих сплетен или же фитны, которые они делают, то есть неверующие. И мы должны понимать, если это произошло со сподвижниками пророка, это же не какая-то история, все, ушла, и это произошло и ушло. Нет, это назидание для нас. То, что мы должны понимать, любой аят, любой призыв, который Всевышний Аллах сохранил в Коране, такое правило есть у муфассиров. Любой аят, призыв или запрет, или история, которая сохранилась в Коране, она обязательно будет приносить пользу до судного дня. Обязательно. То есть нету таких ненужных аятов в Коране, нету. Или бесполезных аятов в Коране нету. Не может быть. И мы должны понимать, что все, что Всевышний Аллах упомянул в Коране, оно нам нужно. Вот этот ахукум или вот эти ахкамы, они нам нужны. И мы должны придерживаться этих ахкамов. И эти ахкамы будут нужны до судного дня. И поэтому мы должны понимать, что важность джамаата Всевышний Аллах подчеркнул очень многих аятов. Это не один аят, где Всевышний Аллах подчеркивает важность джамаата и важность объединения. И если если верующие объединяются, они становятся силой. И неверующие этого не хотят, как не хотели тогда. То есть, как они сделали фитну между сподвижниками пророка, понимая, что если сподвижники объединяются, с ними ничего невозможно сделать. Ни в Медине, ни где-либо. Почему? Потому что они показали это всему миру. За первые несколько десяток лет сподвижники взяли весь вот этот мир. И поэтому, то есть, где обитали люди, можно сказать. И поэтому мы должны следовать приказам Всевышнего Аллаха и делать все, что в наших силах для этого же объединения, к которому Всевышний Аллах нас призывает. Дальше Всевышний Аллах говорит: «Я айюха ллазина аману, ля таттахиду битаната мин дуникум, ля ялунакум хабала. Вадду ма'аниттум кад бадатил багдау мин афвахихим, вама тухфи судурухум акбар. Кад байянна лакуму лааяти ин кунтум таакилун». «О те, которые уверовали, не берите себе в друзья или сторонники людей не из вас, то есть неверующих. Не берите себе в друзья и сторонники, то есть которым вы доверяете какие-то свои тайны, какие-то личные вещи. И эти люди, эти неверующие, они не оставят ни одной возможности, если она будет навредить вам».
То есть они воспользуются любой возможностью, чтобы вам навредить, говорит Всевышний Аллах. То есть вот эта вражда, даже если они нам ее не показывают, Всевышний Аллах ее утверждает и говорит, если даже вы будете это делать, они будут вам наносить вред. Они не будут упускать ни одной возможности, чтобы вам принести какой-либо вред. Вот дума анитум, они хотят, желают, говорит Всевышний Аллах. То есть Всевышний Аллах выявляет нам то, что у них в сердцах. Вот дума анитум, говорит Всевышний Аллах. То есть они хотят, чтобы у вас были затруднения, или же чтобы вы оказались в затруднении. И вот эта ненависть, кадбадатиль багдоу мин афуахихим, и то, что вот эта ненависть, которая проявилась из их уст, говорит, она не вся ненависть, говорит, а то, что в их сердцах, это больше, говорит Всевышний Аллах. То, что скрывает их груди, это больше, говорит, то есть та вражда, которая у них в сердцах. «Вама туфи судурум акбар». «Кад байянна лакум аль-аят». И Всевышний Аллах говорит, «Я разъяснил вам вот эти знамения». Мы разъясняем вот эти вам знамения, то есть приносим вам эти доводы, чтобы вы как бы двигались правильно, в правильном направлении. Если же вы являетесь разумными, говорит Всевышний Аллах, то есть если вы осмысливаете вот эти знамения, которые я вам даю, и мы, Всевышний Аллах запретил нам в этом аяте брать себе, то есть мы, если мы заметим, контекст в Али-Имране поменялся, в контекст в Бакаре был в других, то есть в основном последние аяты, последние 6-7 аятов были в то, что касается торговли. А здесь именно в Али-Имране, то есть сам контекст, весь контекст Али-Имрана, он про этих неверующих. То есть про христиан и евреев, или Бадр, истории Бадра и так далее. То есть про войны, которые произошли. И поэтому Всевышний Аллах в этих аятах призывает верующих, чтобы они не брали себе в союзники или сторонники неверующих. То есть мы не имеем права брать их себе в сторонники. И мы должны знать, даже если мы будем заключать с ними какие-то временные договора или же какие-то отношения будем делать, мы должны знать, что они нас ненавидят. То есть мы не должны это забывать. Даже если как бы они не выявляли обратное, мы должны знать. Почему мы это знаем? Почему? Потому что Всевышний Аллах сообщил нам об этом. Всевышний Аллах нам ясным текстом сообщил, что не может быть, чтобы они вас любили. Что не может быть, они не будут вас любить, или же они не будут вами довольны до тех пор, пока вы не примете их религию. То есть вы должны отступиться от своих религий, вот тогда вы будете истинными братьями их. Если вы оставите основу своей религии, оставите законы Всевышнего Аллаха, примете демократию и так далее, то есть те условия, которые они вам ставят, вот тогда вы станете истинными братьями этих неверных. И поэтому Всевышний Аллах нас предостерегает от этого, чтобы мы не брали себе людей из этих неверных. То есть не брали себе друзей из этих неверных. Потому что это может нам принести большой вред. И Всевышний Аллах как бы запрещает. Некоторые сподвижники думали, что вот их бывшие договора, которые были с евреями или с христианами, они им принесут какую-то пользу. И Всевышний Аллах им разъяснил, что они не могут вам принести никакой пользы. Почему? Потому что они скрывают ненависть в своих сердцах, даже если они не показывают эту ненависть на своих устах. И последний аят, иншаллах, сегодня в сурат Али-Имран, 130-й, это был 130-й аят, это 149-й аят в Али-Имран. «Я айюха ладзина аману», Всевышний Аллах говорит, «О те, которые уверовали, ля таакулю риба адуафам мудуафа, ваттаку Аллаха лааллакум туфлихун». Всевышний Аллах сделал еще один призыв насчет ростовщичества. «Не пожирайте вот этот рост», говорит Всевышний Аллах, которую вам дают за этот депозит, который вы даете. Не занимайтесь ростовщичеством, имеется в виду. То есть не делайте это ростовщичество, которое вам приносит многократную пользу. Адуафам мудуафа. Всевышний Аллах подтвердил, что вот этим ростовщичеством люди зарабатывают страшные деньги. Это является способом зарабатывания, быстрым зарабатыванием денег одной стороны. И, соответственно, ущемляется вторая сторона, как мы знаем. То есть ростовщичество – это... Всевышний Аллах запретил его, потому что он делает притеснение одной из сторон. Потому что богатый человек, у него денег много, он дает деньги на ростовщичество.
И, соответственно, эти деньги ему возвращаются со своей пользой. А страдает кто? Страдают те люди, которые берут эти кредиты. То есть банки, они зажираются, а люди страдают. И поэтому дисбаланс происходит. Из-за этого дисбаланса Всевышний Аллах запретил нам вот это притеснение делать людям. И люди не понимают, они думают, вот он один человек, он пошел, миллион взял, и все, он как бы будет жить на эти харамные деньги. Нет. И он после этого понимает, что он связал свои руки на всю жизнь, что он сам себя завел в эту сетку, с которой ему будет очень трудно выйти. «Ваттаку Аллаха лаалякум туфлихун». И бойтесь Всевышнего Аллаха. Как мы сказали, Всевышний Аллах после запрета или до запрета призывает верующих, чтобы они были придерживались этих приказов. И «Ваттаку Аллаха», как мы раньше сказали, мы замечаем, что он приходит или с запретом, или с приказом. Почему? То есть и ученые из-за этого взяли, что «Ваттаку Аллах» означает, что это «бойтесь Всевышнего Аллаха» придерживанием его приказов и остереганием или отдалением от его запретов. «Ля'аллакум туфлихун». И вы обретете счастье, говорит Всевышний Аллах. То есть если вы будете придерживаться законов Всевышнего Аллаха, будете придерживаться приказов Всевышнего Аллаха, если будете оставлять запреты Всевышнего Аллаха, «туфлихун», говорит. Всевышний Аллах, если говорит в Коране, такое правило есть в тафсире. «Ля'алля», если Всевышний Аллах говорит, это означает на твердое убеждение. В арабском языке «ля'алля» оно как бы может быть означает, да, или быть может. Но Всевышний Аллах, если говорит «ля'аллякум туфлихун», это говорит, вы непременно преуспеете. Непременно будете обретете счастье, говорит Всевышний Аллах. Поэтому Всевышний Аллах нам показывает залог счастья. Залог счастья – это мы оставляем ростовщичество, мы оставляем притеснение людям в имуществе. И если мы будем этого придерживаться, то есть если мы будем придерживаться законов Всевышнего Аллаха и оставлять его запреты, Всевышний Аллах обещает нам счастье. Это счастье и в этой жизни, и в вечной жизни. Мы должны понимать, что это счастье, вечное счастье, не временное, как некоторые думают. И поэтому Всевышний Аллах, если мы видим, как Ибн Мас'уд, я напоминаю про этот асар, как Ибн Мас'уд говорит, если вы слышите Всевышнего Аллаха, где он говорит «Я айюха ллазина аману», о те, которые уверовали, прислушайтесь к этим аятам. В этих аятах приходит или запрет, или приходит приказ. И мы должны слушаться Всевышнего Аллаха, придерживаться его приказов и остерегаться его запретов. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.